18-й по счету международный фестиваль симфонической музыки «Музыкальный Олимп» собрал в городе на Неве представителей 12 стран. В этом году открывать концертную программу выпало оркестру под управлением грека Димитриса Батиниса. Несмотря на то, что ему 30 лет, Димитрис уже достаточно известный дирижер. Организаторы добавляют, «Музыкальный Олимп» не терпит случайных людей, отбор для выступления самый серьезный. Например, если мы захотим увидеть всех призеров Олимпийских игр, мы знаем, что там будут только призеры Олимпийских игр, и никакие другие спортсмены, даже победители других соревнований, туда не попадают. То же самое с нашим фестивалем. Это фестиваль победителей. «Музыкальный Олимп» открылся в концертном зале Мариинского театра, но это не единственная площадка. Участникам также предстоит выступать в Большом зале филармонии, Эрмитажном театре и Государственной академической капелле. Завершится фестиваль 2 июня.